Географическая выставка «Польские судьбы в истории Бреста» – это совместный проект Генерального консульства Республики Польша в городе над Бугом и газеты «Брестский курьер». Экспозиция приурочена специально ко дню освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В ней история города отразилась в жизнях и судьбах людей разных эпох. Мы просто видим и чувствуем, и ощущаем интерес большой к истории наших читателей и брещан, и тех, кто живет за пределами Бреста, но любит Брест, знает, родился здесь. И у нас уже там, помимо рубрики постоянной «Фамильное древо Бреста», сложилась такая энциклопедия «Фамильное древо Бреста», в которой представлены тысячи имен брещан разных национальностей. На выставке представлено около 30 биографических плакатов о судьбах, жизнях поляков, историков, ученых, кинематографистов, артистов, чья жизнь в тот или иной момент была связана с Брестом. Это всего лишь небольшая часть впервые опубликованных материалов, которые так долго собирал Николай Александров. Необычная экспозиция подарила гостям мероприятия новые знания и положительные эмоции. Мне очень понравилась сама тема выставки «Польские судьбы в истории Бреста». Это настолько замечательно говорится и показывается, какие люди... поляки жили в Бресте, сколько много они сделали и для своей страны, и для Белоруссии. Вот эта выставка, чем она хороша, как мне кажется, она говорит о том, что у нас единые корни, что мы славяне. Мне особенно приятно видеть здесь вот эти лица наших брещан, поскольку я непосредственно немножко связана все-таки с историей польской части нашего Бреста. Я работаю в библиотеке, в отделе литературы на иностранных языках. Очень много материалов, всего интересного о брещанах, в том числе польского происхождения, проходит через непосредственные мои руки, так что с ними можно познакомиться в нашей библиотеке. Вот поэтому, конечно, впечатление такое, что как будто я уже прикоснулась к чему-то и известному, и новому. Количество посетителей организаторы были удивлены. Желающих увидеть экспозицию оказалось очень много. Политики, художники, музыканты, и это еще не полный список гостей. А в ближайшем будущем брещан ждет еще одна выставка и не один познавательный вернисаж.